вкусного ромарики. Любишь драконов? Пойдем что-то покажу. Это дракончики. Это Грамбинда, это жуткая жуть. Это Амидала, это жуткая жуть. Мы разыграем этих дракончиков. Мы уже отослали целых 3 коллекции нашим победителям. Их отзывы ты найдешь у нас в видео на канале, а также на страничке в Инстаграм. Подписывайся, ссылочки в описании. Хочешь участвовать? Хочешь дракончика для себя и для своей подруги? Знаешь, как это? Тогда слушай условия. Подписывайся на наш канал. Ставь лайк по этим видео. И пригласи на наш канал своего друга или подругу. Давай, скажи. Они тоже должны подписаться и посмотреть это видео. А в комментариях напиши свое имя и имя того, кого ты приглашаешь. А если тебя уже пригласили, то тогда напиши, кто же тебя пригласил, и свое имя тоже. И еще, будь активным. Да, ребята, проявляйте активность на протяжении всего конкурса. Смотрите наши видео. Ставь лайки. И пиши комментарии. И как только это видео наберет 1000 лайков, мы выберем победителя. Если победителем окажешься ты, то ты выбираешь любого из этих дракошиков красивых. Твой друг тоже. И да, тот друг, которого ты пригласишь, тоже получит дракончика. Вам нравится такая идея? Ребята, а у нас еще проходит один конкурс. Любишь драконов и сладости? Тогда этот конкурс для тебя. Нажимай на это видео. И выполняй условия. Все, пока-пока. А теперь долгожданные приветики от любимых дракончиков. Алиса Костюшина, Вероничка Клубничка, Киса в золоте, Дарина Рукосуева, Киска Кити, привет. Виола Лайк и Алсу Хамидулина, привет. Привет, Милана. Дилера Макимова, Лиана Хисамова,